Слава Вашингтон представляет. Океан Вив. Добрый день, дамы и господа, айосики-теоретически, сука, приветствую на канале Слава Вашингтон. И мы продолжаем проходить GTA Vice City Definitive Edition. Сейчас мы отправляемся к товарищу полковнику Кортезу на его прекрасную лодочку. И он нам выдаст очередное прекрасное задание. Задания у него интересные, я думаю, вы все это помните и знаете. Поэтому мы сейчас направляем наши паруса прямо на эту прекрасную посудину. Взяли мы самую старенькую машиночку. Такая она вот сейчас досталась. Но ничего, нам ехать недалеко, поэтому пироги всякие, там молочку, блядь, колбасу брать не будем. Доедем без перерывов. А вот мы уже и на месте. Какой прекрасный лагуна, какая прекрасная обстановка. Ну посмотрите, как все красиво. А тем временем мы отправляемся на задание. Перестрелка в толпе. Томми! Томми! Иди сюда, дорогой. Правда аппетитно выглядит? Попробуешь хобот тапира? Нет, спасибо. Томми, ты глоток свежего воздуха, избавишь меня от вони предательства. И хотя я должен делать скорбный вид, мне все-таки нужно вернуться к неотложным делам. Я что-то пока не понимаю, как мы найдем мои деньги. Томми, дружище, ты не в Либерти-Сити, здесь дела делаются по-другому. Я продолжу наводить справки, а тем временем у меня есть выгодное дельце. Дружеская услуга, Кортес. Ты хороший друг, Томми. Я знал, что на тебе, что ты меня не подведешь. Мне надо, чтобы ты встретился с курьером. Он добыл для меня кое-какие ценные вещи. Встретись с курьером в Молле. Сейчас мы встретимся в Молле с этим курьером и с ним. А нет, стоп. Куда? Ты посмотри, какая красота стоит. Ой-ой-ой. Какая какая плетка? Ой, какой газ. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, дудочка. Кажется, дудочка заиграла наша знакомая. Ой-ой-ой, как прекрасна эта атмосфера. Ду-ду-ду. Так, ладно, мы едем в какой-то Молли. Молли, Молли, это Молли. Молли, Молли. Так, это он? Он же, да, сюда? Что-то не по... Не, или не сюда. Ой-ой-ой, дудочка, пожалуйста. Нет, мы не туда поехали, оказывается, с вами. Нам надо чуть подальше. Вот где вот этот треугольничек желтенький. Вот как раз нам туда и нужно. Молли это где-то здесь. Так. Оп, стартуем. Стартуем. Подожди, дорогой, да съебался отсюда, блядь. Ёбаный дятел полицейский. Господи, пресвятой... А, Пресвятой Мария! О-хе-хе! Пресвятой Мария, ты меня бесишь не... Просто, в самом начале меня чуть не подставил. Еще и за мной бегают. Дождь, очень мокрый в это время года. Что? Вы мне? Слушай, меня послал Кортес. Давайте, долбаные... Чипы, чипы. Стой, американская юридическая свинья! Это собственность правительства Франции! Отдай ее, бля! Тупой американский пидорас, они тебя высадили. Курьер, ой, ой, паркур, Франция, Франция, паркур. Так, куда, 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 куда? Ой, 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 нас подстал, 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 подстал. Куда, блядь, собрался? О-хо-хо, ну ты мой дорогой человек. Как мы тебя быстро-то оформили, ой, как хорошо. Чемоданчик забрали. Так, отвезите чипы полковнику. Хорошо. О, тихо, тихо, дорогая ты моя столица. Полковник Кортес, я мчусь на всех парах к тебе, дорогой ты мой человек. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. О-ха-ха. Как? Колесико-то пробили. Колесико-то пробили, Кортес. Ты, пожалуйста, пришли за мной, такси. Не могу доехать. А мы вот сейчас вот сюда. Ой-ля-ля-ля-ля. Под прекрасный эспантосика. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Кортес, я уже на месте. Кортес, дорогой ты мой человек. Вот и я. Вот и я. Все. Все.
500 баксов! Вот и все! Ха-ха! Вот это прекрасно! Как хорошо! Так, ну что? А, подождите. В принципе, это, конечно, бывает рискованно, не сохранившись все это делать. Но у нас вроде не так уж много всяких пушек. Так, стоп. Так. Доберись до таксофона Vice Point. Да, конечно, доберусь, но перед этим мы... А давайте... А почему нет? А почему нет? Что мы идем? Как? По схеме какой-то. Давайте сделаем так, как нам сказали. Предложили нам? Сделали предложение. Да, так давайте доедем до таксофона Vice Point. А где Vice Point? Вы мне скажите, пожалуйста. Ебался, блядь, дорогой ты мой человек, блядь. Так, Vice Point. Бабка, опять, что за подстава? Постоянно мусора подстава мне устраивает, заметили, блядь? Постоянные подставы, блядь. Очень нехорошо, очень нехорошо вы делаете, ребята. Эггераунд, эггераунд. Так, а Vice Point это где? Вау! Где же Vice Point? Так. I know. Рок-н-ролл, дорогуша! Давай, жареные колбасы, блядь, и гитару. Ой-ой-ой. А вот мы и приехали опять, откуда вернулись. Это все потому, что рок-н-ролл захватил мою душу. Ой-ой-ой. Ва! Ва-в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 а
Ба-ба-ба. Эспантоса прекрасен. Вестпойнт. Так, а если серьезно, я сейчас не совсем... Ба-ба-ба-ба. Курица ебаная. Куда ты мчишься, блядь? Дудочка ты моя прекрасная. Куриные истории, блядь. Так. Vice Point, это где? Подскажите, ребята, хоть вы мне скажите, где Vice Point? Где этот телефонный аппаратик, к которому нам нужно подойти? Я вот как бы... Ага, все, нашел, ребята, нашел. Вот он, просто очень... Должна... Трубочка должна быть поярче, не согласны ли со мной, а, друзья? Убей жену. Ага. Отличная работа, мистер Тилл. Клиент остался очень доволен. У меня есть для вас еще одна непростая работа. Ваше следующее задание приклеено по телефонам. Я вас понял. Миссис Долсон скоро покинет ювелирный магазин Vice Point. Ее убийство должно выглядеть как автомобильная авария. Хорошо, хорошо. Я вас услышал, дорогой вы мой человек. Так. Тогда садимся в нашу прекрасную желтенькую машину и стартуем магазинчик на Vice Point. Ага, а вот мы уже и тут. Пам-пам-пам-пам. Нужно замаскировать ее смерть под несчастный случай. Не применяйте оружие. А. Vice, 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 Vice. Стоять, дорогая! Дорогая! Ой-ой-ой! Какая у тебя машина прекрасная! Ой! Вот это я понимаю! Вот это история! Как бы тебя сейчас бы уничтожить, блядь? Умница ты моя! Давай! Ой-ой-ой! Ага! Так! Стоять, желторотик, блядь, Тим Эндемс! Мусоренок, не попадайся! Подставы твои не работают! А, вот здоровье, здоровье, здоровье твое, немножко мы... Ой, тихо, 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 это моя, моя горит. Мусоренок, ты вот зачем здесь ходишь, блядь? А еще один. Блядь, что за под... Блядь, откуда их столько наплодилось? Дайте быстрее машину, хоть какую-нибудь. Ой, святая Мария, блядь. Это вообще ни в какие ворота не лезет, задание провалено, она скрылась. Приходится все заново. Так, задание провалено. Повторить последние контрольные точки. Ну, давайте. Отличная работа, мистер Тилл. Ну, это мы уже знаем. Давай, все-все. Отличная работа. Плохая работа, видишь? Ой, машина моя сохранилась. Нифига себе. Только другого цвета, заметили? Вот это прикольно. Вот это интересные фишки какие-то появляются, заметили? Раньше такого не было. Что можно было начать с того же места.
Давай, родная, давай. Давай, зайка, давай. Все мы сделаем красиво, как полагается. Абсолютно, я вам обещаю. Вот это рок-н-ролл! Вот это замаскировались! Хо-хо-хо! Дорогуша ты моя! Давай! Станцуем! О май гад! Ва-ва-ва-ва! Инфай! Давай! Где ты? Куда ты? Стоять, курица, блядь! Куриные сори, M&M's! Так. Куда? Куда собралась? Подожди. Не торопись. Эмми-шоу. Куда же ты, дорогая ты моя пилотка? Оп. Подвил стайл. Зачем бросаешься мне под машину? Ну что ты? Давай. Ой, прям по ему мусоренке. Натворил делов. При мусоренке я. Ой, опять горим. Ну-ка, взрывайся. Добрый вечер. Взрывайся, дорогая, пожалуйста. Да не за мной ты едь, блядь. Дура, блядь. Курица, сука, где твои мозги? А как? Как она потушилась? Блядь, это же невозможно. Мусор. Дай машину. Блядь. Ой, еще. Не доставай, блядь! Садись с нее, пожалуйста, дорогой ты мой человечек! Вот смотри! Подожди, дорогая, куриная ты история! Дай я тебя поищу немножко. Куда она умчалась? Вы ее нашли? Ой, сейчас упустим! Упустим, дорогая! Давай! Ого, чуть-чуть осталось! Давай, золотая ты моя столица! Кувейта, блядь. Египетская, блядь, пирамида. Пирамида Египта нас ожидает. Да придет святой Георгий, блядь, на эту землю. Так, вот, мы добрались. Опа! Ай-яй-яй. Я так надеялся сейчас прям врезаться, когда она поворачивает. Но что-то мы пролетели. Чуть-чуть пролетели. Стоять! Какая прекрасная автомобильная станция. Ой-ой-ой. Давай уже. Как она, я не понимаю, как она в прошлый раз потушилась. Она же, у нее что, огнетушитель с собой. Как это происходит? Объясните мне. Вот машина рядом с моей стояла. Она загорелась, взорвалась. Я видел, как ее машина тоже загорелась. Но вдруг, блядь, она как-то потушилась. Как это возможно, блядь? Просто объясни мне, товарищ полковник Кортес. Да давай ты уже, сколько можно, блядь. Ой, мамаша, вы меня, блядь, немножко уже утомили. Маманя, блядь, давай нахуй, нет у меня сил больше. Да ты смотри, это просто Need for Speed, это форсаж. Да подожди ты, не успеваю уже за тобой. Как она так долго держится? Ой-ой-ой-ой-ой. Она сейчас взорвется, уезжает. Да куда я вот постою? Постою, покурю, поплачу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну задание-то мы с вами прошли наконец-то. Ой-ой-ой. Ого. Вы что, ребята, охуели там? Я же тут рядом проезжал, а тут взрывы такие. Можно кино снимать. Какие спецэффекты. Двойной взрыв. Так, вот сейчас, после этого всего, мы с вами съездим, сохранюсь и оставим, пожалуйста, оставим эту полицейскую машину. Она такая скучная, господи. Она быстрая, конечно, но без авторадио наше должно играть постоянно, блядь. Эспантосо. What? Бля, вот эта песня очень крутая. Знаете почему? Она меня ассоциируется с моей молодостью, когда я сидел в школе в компьютерном, блядь, зале, когда у нас информатика была, и там была такая игра, я не помню, как... Вот, слушайте.
Да. Короче, кто играл, тот вспомнит. Я не помню, как игра это называлась, но она была про гонки. И там в начале, когда игру запускаешь, был клип с этой песней. И вообще она бодрая. И игра была охуенная. И песенка тоже мне нравится. А сейчас мы с вами едем сохраняться. Та-та-да. Бу-бу. А? У-ху. Ага. Хорошо. Так, все, отлично, мы добрались. Здорово, блядь, пироги наваливай нахуй, я уже жрать хочу, сил нет. Так. Вот так мы сделаем, да? Хорошо. Тарара. Так, ну что, съездим. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка, присядем-ка вот эту. Идиот, ты сам понял? Авара-вега, ха-ха-ха. Ой-ой-ой. Танцуй, дамочка. Уху, станцуй для меня, пожалуйста, вот этот танец. Я благословлю твою душу, блядь. Хорошо. Так, ну мы тогда сейчас отправляемся к Ортезу на его лодочку. Прекрасную маленькую лодочку, которая снова нас порадует прекрасными заданиями. Погрустим немножко под прекрасный вечерний закат. Под хорошую, симпатичную музычку. Так, ангелы-хранители. Томас, я рад, что ты пришел. Извини, что сразу перехожу к делу. Диас попросил меня проследить за небольшой сделкой. Будем надеяться, все пройдет лучше, чем в прошлый раз. Поэтому я и подумал о тебе, друг мой. Я оставил для тебя оружие на многоярусной парковке. Возьми его и присмотри за парнями Диаса на месте сделки. Спасибо, амиго. Спасибо. Грациас. Какая хорошая музычка. Так, подожди. Это нам не по зубам, пидорас, картошку копай. Так, ага, вот мы приехали. Хорошо. Ага. Блять. Ёп. Тупал. Папарап. Заберем вот эту автоматику, я так понимаю. Машина почти как у нас. Как всегда, в гуще событий, йоу-йоу-йоу, да. Слушай, ты хочешь заняться делом, а не просто иди за мной, йоу-йоу-йоу. Пошли, покажешь, есть ли от тебя польза, йоу-йоу-йоу-йоу. Я это и хочу продемонстрировать, йоу. Кстати, меня зовут Ланс, йоу-йоу. Томми Версетти, поехали. Погнали, погнали. Садись, черномазый. Двойной форсаж. Не иначе, блять. У-ху-ху. Дитили. Как хорошо. Как хорошо, господи! Папа, crazy! А, тихо! Старомодная шляпа, блядь! Ой, рок-н-ролл! Вау! Да хорош врезаться уже, сил нет моих. А чё вы змей, блядь? Почему он, а не я? Почему он, а не я? Вот мы приехали. Так, стрелка, да? Стрелка, бумер. Ты, наверное, есть новый громил Кортеза? Пока не подвернется что-нибудь поинтересней. Они очень скоро будут здесь, нам нужно выбрать хорошее место. Окей, я буду на балконе, а ты займи место на крыше, с той стороны, йоу-йоу-йоу. Погнали, погнали. Так, подожди. Ага, все, хотел сказать, где мое оружие прекрасное. Так, они подъехали, присмотрите за Дизом и Лэнсом. Угу. Ой, чайку прибнуть, блядь, святое дело. Оля, Чико, Чико. Оля, Чико. Чико. Давай. Покатаемся, красотка. Ове сонте, ове сонте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ага! Стой!
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, красиво идем. Убрал. Диос. Ой-ой-ой, сколько там интересного все валяется. Ну-ка. Добришка-то, блядь, пособираем. Стоять. Так, подожди. Ивер, help me. А, Томми. Ага, стоп. Ой-ой-ой, о-хо-хой, как красиво мы все делаем. Стоять, собака. Хорош, отлично. Еще кто-нибудь будет? Ага, вижу. Стоять, собаки сутулы. Куда, блядь, помчал? Опа. Мои деньги, блядь, нахуй. Так. Чё вы топчетесь, пидорасы? Догоните этого урода. Хорошо, сейчас догоним. Давай. Садись, блядь. Да садись, сука. Кукурник, блядь. Кукушка ты ёбаная. Стоишь, блядь, вафлю свою раздявил. Время идет, а он уезжает. Ола-ола-лейла. Ой, какие сцены, блядь, на этом, сука, кинофильме. Студия кинофильм, блядь, представляет. Ералаш ебаный. Давай. Ой, тихо, аккуратно. Эй, Каленга, подберите чемодан и вернитесь к Дезу. Хорошо. Давай, мой мотоцикл. Садись. Стоишь, голову морочишь, блядь. Уху! Вот это приключение! Вот это была интересная перестрелочка. Согласны со мной? Уху-ху-ху. Тихо. It's a six mil. Уху, сигул. Оха! Сука. Ну, здорово. Давай, чё там? Пули, давай, блядь, светлячок. О, я жив, охуеть, и все благодаря тебе. Как тебя зовут? Томми. Думаю, мы скоро увидимся, амиго. Наверное. Черт, где этот Лэнс? $1000 мы заработали за это интересное задание. Так, ну что, мы берем. Ого, мотоцикл. Мотоцикл берем, идем сохраняться. My serious art. Так, правильно мы едем? Да? Сохранящий наш там же, правильно? Там. Сэй! Ага, вот приехали. Вот до сих пор моя машина стоит. Чек! Так. Томми, это Рикардо Диос, хотел поблагодарить тебя, парень. Я спросил у этого болвана Кортеза, и он сказал, что ты умеешь делать дела. Почему бы тебе не заглянуть ко мне? Мне нужен такой парень, как ты. Мои люди полные кретины. Кретины до мозга костей. Я сделаю тебя, блядь, богатым. Спасибо. Оля. Так, что у нас? Так, ну здесь мы тормознемся, дорогие мои телезрители. И поедем к этому. Кто у нас сейчас был? Рикардо Диас, да, по-моему, блядь, Рикардо Диас. И стартанем к нему в следующей серии. А пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я вам желаю отличных выходных. До новых встреч. Пока.